начала года и в основном в летний период в нашем крае утонули 79 человек, из них 11 детей. Есть утонувшие и в Славянском районе. Одна из трагедий произошла 27 июля. Мужчина после употребления спиртного пошел купаться в необорудованном месте и утонул. Чтобы избежать трагедии, уважаемые жители и гости Славянского района, нужно соблюдать меры личной безопасности и купаться только в специально оборудованных для этого местах. На территории Славянского района их три. Городской пляж на реке Протока, пляж «Кемпинг-Оазис» поселок Ачуево и пляжная территория детского оздоровительного лагеря «Лебяжий берег». Данные места оснащены всем необходимым для безопасного купания, отвечая требованиям действующего законодательства. Проверен берег, дно, установлены навесы от солнца, есть питьевые фонтанчики, раздевалки, туалет, мусорные баки. Дежурят спасатели и медработники. Обеспечен санитарный порядок. В остальных местах на водоемах Славянского района купание запрещено.